в целом очень нравится. Вообще «Динамо» Казань, раньше так назывался клуб, всегда был моей мечтой, потому что здесь играла Екатерина Гамова, она тоже из Челябинска, и вот всегда почему-то к Казани душа лежала. Поэтому всегда мечтала сюда перейти, и очень рада, что я здесь. У нас молодая достаточно команда, все девчонки приветливые, дружные. В Казани вообще была очень много раз, ну, естественно, с другими командами. Видела Баумана улицу вашу, что еще? Чашу, на Чашу ходили. Уже кажется, что она более-менее знакома, потому что в выходные постоянно куда-то ездим. Кажется, маловато немного, но очень красивая. Отпуск пролетел очень незаметно, мне кажется, все спортсменки так скажут, полтора месяца. Отлично, очень интенсивно, на месте не сидела. Съездили к мужу, к родственникам отдохнуть. У меня в Челябинске отдохнули, съездили на море. И, в принципе, очень быстро пролетела. Готовилась, начинала с 1 июня сама тренироваться. В принципе, была готова к сборам. Показатели все отличные, все врачи говорят, что все идеально. Чувствую себя отлично, сейчас очень хорошая у нас тренажерка, физика добавляется, скорость тоже. Постепенно сейчас будем оттачивать навыки и придем в отличной форме к первым играм. Да, у нас с первого дня вторая тренировка была посвящена мячам всегда. Я вот в отпуске не работала, поэтому сначала словила немного космоса. Вот. А сейчас уже мы же все спортсмены привыкшие, это же наше дело, поэтому уже спокойно. Да, мы тренируемся в тренажерном зале, с мячами, на стадионе. Также есть бассейн и много восстановительных процедур. Но на самом деле скажу, что, наверное, это мои первые такие сборы, очень интенсивные, когда мы пришли и сразу начали получать довольно большой объем нагрузки. Вот. И сначала было тяжеловато, так как уже пошел там 19-20 день, уже тело привыкло по чуть-чуть и, в принципе, но все равно усталость начинает накапливаться потихонечку, но полегче в плане и физики, и бега, ну, всего. Цели поставлены самые высокие, поэтому я думаю, что мы должны подойти в отличной форме, судя по тому, как сейчас уже происходят все события на тренировках, поэтому думаю, что все будет хорошо. А на самом деле цели только самые высокие. Естественно, это первое место в чемпионате России, в Кубке. Сейчас спартакиаду выиграть. То есть я для себя никогда не ставлю самых минимальных, иначе к чему стремиться. И также у меня две бронзовых медали, поэтому золотая суперлиги не помешает.